Боба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Айзека. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал. Огромное вам спасибо за мега-активность. Вы свои жирные царские лайкосики ставите очень быстро, мне очень приятно. Также годные советы даете. И, короче, какие у нас планы на будущее. Мы, наконец-то, с тобой... купили все остальные дополнения, море нового контента, и сегодня мы пойдем в челленджи, ребята. А вот завтра, скорее всего, будет у нас стримчанский. Да, ребята, мне, в принципе, написали, сказали, попробую еще стримом провести эту игрушку, потому что, ну, я понимаю, вы мне там подскажете, море советов будет, будет вот так вот. Ну, конечно, можно зайти на Вики, вот, но, блин, вот именно сама отдача какая, по общению, ребята, в чатике. Не переживайте, чатик будет открыт. У меня просто на некоторых стримах, как бывает, чат только для спонсоров, но это только на горячих новинках. Вот, потому что специально, чтобы не спойлерили, а так тихо, спокойно, просто лишний раз я буду отвлекаться, блин, злиться. А спойлер всегда так бывает, ребята, особенно концовку, кто им да норовит, блин, спалить. Это мне не очень нравится. Короче, давайте начинать, и сейчас вы офигеете просто, какую я кружечку свою старенькую взял под стать к этой игре. Готов? Кружка-какашка. Это капец, я вспоминаю, как мне там комментарии написали. Ага, он из говна пьет. Это капец. Но, у этой кружки-какашки еще есть крышечка, ребята. Прикинь, я не знаю, ну тут реально все. Блин, вот я пожелал тебе приятного аппетита, а по факту, смотри, что у нас тут. Посмотри, просто посмотри. И тут, и там, и боссы еще тут какашные. Это капец. Так вот, друзья, сегодня будет челлендж. Видишь, у меня уже забег есть, но мы начнем заново. Конечно, братишка, я посмотрел вообще, что это такое. Дело в том, что когда мы с тобой... Когда мы проходим челленджи, нам вроде как руны дают. И еще что-то там открывается крутое. Мне написали второе и шестое обязательно первым делом пройди. Вот, но я хочу по порядку. Блин, шестое еще закрыто, между прочим. Давайте сегодня первое пройдем. Называется Pitch Black. Вот так вот. Ребята, и здесь действительно есть две особенности. Не очень хорошие. Предупреждаю сразу, не очень хорошие. Темнота. Темнота, ребята. Ну, блин, а в подвале как еще может быть-то по-другому, да? По факту. Темно. Как в подвале. А прикинь, есть... Не, ну по факту же есть освещение. Слушай, если так задуматься про сюжет игры... Слушай, погоди, погоди. Мы в подвал попадаем. Это мамин подвал. И тут монстры похожи на Айзека. То есть это как бы дети мамки наши. Серьезно? Сколько у меня вообще детей было? И что это вообще... Ребята, мне прям интересно, напишите. Вот, ну, мама молодец, конечно. Про освещение забыла, ох, ля, упитанной-то. Мама не забыла про то, чтобы накормить детишек, но вот именно про освещение забыла. А про интернет тоже забыла, мам, электричество вруби, слышь? Тихо, блин. Так, у нас есть проблема, ребят, большая. Блин, какой чибрик нехороший, да нехороший такой. Тихо. О, два сердца специально мне. Короче, мы играем за обычного Айзека. Получается, три сердечка у него, да? Ну да, статистика такая сбалансированная, значит, он. Два сердца мне дали. Да, молодцы. Не артефакты, ничего такого, а именно сердечки. Типа, они тебе понадобятся, братишка. Они тебе по-любому понадобятся. Так, как ну, тут-то нам обойти? У нас также вот эта штука интересная есть. Комната же... Нет, не надо, это не надо. Я вообще не понимаю, сколько и так. Надо прям в голове держать. Держать, ребята, считать. Так, бомба у меня есть. Что, сундучок? Да, давай, давай. Камни, кстати, есть у нас также хорошие, ребят. Ох, нифига. Ох, это хорошо, ребята. Ну, прикинь, из обычного сундучка. А вот держите минку. Одноглазый Айзек, офигеть. Посмотри. Ну, смотри, так, еще ключ нам дают, это как раз на следующий уровень. Ребята, вот такое уже бывало, в комментариях просто писали, на самом деле, то, что тайм-код, и типа, вот, ты пропустил, как ты пропустил камень? Да пофигу на эти камни, ребята, вы же знаете, какой я невнимательный, что теперь? Это всегда так, кстати, это всегда так, когда ты вот сам играешь, не замечаешь, а потом на записи это видишь. Это бывает. Такое. Ну и третий, я, конечно, ребят, не в полноэкранном режиме играю, а в оконном. У меня маленький, блин, вот этот прямоугольничек, черт возьми.
Почему я так делаю, ребят? Спросишь ты меня, конечно. А прикол заключается в том, что я не могу почему-то записывать в полноэкранном. Я не знаю, почему синий мух. Жека, блин, какая ностальгия, ребят. Помню, как записывал серию, убежал. Я убежал. Так, камни, хорошие камни. Где хорошие камни? Нет хороших камней. Что у нас тут? Грустный лук. Грустненький такой, маленький. Иди ко мне сюда. Терс ап. Так, ну мы... От лука же плачет. Да, блин, смотри, сколько у него слез. Ну ладно, скорострельность норм. Уже неплохо. Но нам бы что-нибудь по жизням бы, понимаешь? Ты кто по жизням? Кто по жизням? Айзи, кто ты, Плакса? Дохлячок? Кто ты? Если у вас одинаковое количество монет, бомб и ключей делает подбираемые предметы двойными. Вау. Погоди, стоп! Это же офигенно. Вот сейчас, если там монетка... К сожалению, монетки не было, но может там... Не, бомбу мы с тобой сохраним. Так, мы все тут обошли. Все, погнали на босса, посмотрим. The Duke of... Ух, блин, это мушиный король! И он жесткий, реально. Вот тебе бомба, но, конечно, не сработало. Как надо. Так, ребят, кто-нибудь там подсчетом занимается? Жизнь, я уже забыл. Сколько их там, блин. Мне осталось только ключ просрать, и мы с тобой реально можем... Слушай, ну по скорострельности нормально. Урон. Жирные мухи-то какие, смотри. Чем вы тут питаетесь, блин? Ничего не понимаю. Что-то так вкусно в этом подвале. Так, мне вот этого надо завалить. Да отвали ты, муха. О, все, завалили. Там синее сердце уже вижу. Ребят, если что, яркость повысьте на своем мониторе... Или устройстве, гаджете. Где вы там, с микроволновки смотрите или с чего? Так, плюс один к урону, либо на телевизоре. Кстати, некоторые смотрят. Так, к урону. Ну, неплохо. Неплохо, ребята. Ладно, погнали. Нам только один ключ осталось просрать. И тогда, прикинь, типа двойные будут как-то предметы подбираемые. Посмотрим, что там будет. Мне интересно. Вот так вот, Curse of Darkness. Опа, это что-то новенькое. Так, ребята, у меня фобия есть. Записывается видос или нет? Записывается. Боже, Айзек, как ты ужасно выглядишь. Но у нас теперь дамаг есть, ребята. 5 урона, давай-ка бахнем за это из кружки какашки. Неплохо. Ну что, побежали, ребятки. Так, монеток дофига, пока не подбираем ни хрена. Так, вот я так и думал. Сердечки, неплохо, вы знаете, что мне нужно. Так, еще один ключ. Мы, конечно, его не берем. Вот что это такое? Нажимная плита, ребят, видишь? Что это? Там муха изображена еще. Такое чувство, что прям вот можно на нее нажать. Ты, по-моему... Так, вот тут аккуратно надо быть. Мидбои, блин. Хреновы, кусочки мяса, охренеть. Ну, понятное дело. О, поджаренный, вкусненький. Шашлычок и лучок, ребята. Блин, уже лето как бы наступило, понимаешь? Шашлычка бы на самом деле навернуть бы. Ребят, какой вы любите шашлык? Мне интересно. О, у нас жопки. Блин, ну эта игра реально связана вот с этим всем. Ё-моё. Мне ключ надо профукать, ребят. Чтобы вообще посмотреть, чудо как. Так, тут у нас есть мухи вот такие вот. Как бы типа не агрессивные. Опа, камень. Опа, один. Так. А какого фига я? Так, погоди, вот это интересно. Давай подберем денежку. Так, мне интересно. Опа, сердечко. 3. Ну, короче, ладно. Как-то я... Такое, на самом деле. Не понял я вот этого, на самом деле. Не понял. Ох, ля, толстячье какое, блин. К лету подкачался, да, я смотрю. Так, давай, заваливаем его быстренько слезками. Плачем на него.
Так, вы, ребята, еще идите сюда. В принципе, что тут непонятного? То есть, если, например, у нас 1-1-1, мы там подбираем, у нас одна монетка равняется двум, да? Так все у нас получается. Так. Давай вот эту какашечку быстренько уничтожаем. Блин, что за мухи такие? Реально, охранные мухи, говна. Какого фига? Я уничтожаю это и сразу становится злюкой. Храняют свое добришко. Капец. Ну, точнее, чужое добришко-то по факту. Ну, типа, это их наркотика. Так, это, конечно, замечательно, но мы самое важное не нашли голдруму. А там 100% какая-то имба. Ребят, в принципе, я и так уже считаю, на самом деле, что мы довольно-таки нормальный сет собрали. Скажем так, опа. А, мы его сразу уничтожили. Я уже такого встречал, ребята. Я уже такого встречал. Это вообще новый какой-то говнюк. Который довольно-таки жесткий. Так, пожалуйста, удиви меня. Что ты такое крутой, имбовое? А, скорости вы можете ломать камни, растаптывая их. Да блин, это вообще нормально. Бинг, бинг. Да, скорость у нас, конечно, небольшая, но... В принципе, это круто. Только надо смотреть, по каким камням ходишь. Вот, например, тот камень лучше точно не трогать. Определенно. Вот эти вот так вот. И вообще, какого фига, блин. Это мне нужно, если ничего и нет. Блин, прикинь, вообще ничего нет. Тихо. Вот кто засунул бомбы в такие камни? Как они вообще там оказались? Не, в принципе, смотри, вот так вот удобно. Раз, и все. Бим-б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 им. Так, сделка с дьяволом у нас есть, ребята. Отмычка. Это супер круто. Если бы там еще артефакт был бы, я бы просто офигел. Игра нас любит, серьезно. Ты знаешь, как есть такие игрушки различные? Ну где вот именно донатить надо? Вот знаешь, по любасу. И там на первых этапах вообще все легко, прям вообще все изи. Но потом потихоньку нас заставляют разработать. Ну тут, понятное дело, это совершенно другая игра. Какой нафиг донат? Блин, и жанр как бы другой тоже. Ну просто такое чувство, что заманивает. О, нифига, блин. Это имба. Это такая имба сейчас, ребята. Ну вот, кроме вот этого. Вот эта пулька не очень хорошо, но по факту... Тут, блин, имба. Мне нравится. Мне определенно это нравится. Смотри, что происходит. Так, монетку забираем. Где магаз, блин, вообще? Вообще, магазы тут есть, ребят? Что-то я не понял. Блин, прикольно их ломать. И какашки мы с тобой можем. Звук такой прикольный. Ай, блин. Это, походу, попыт, ребята. Так, близнецы. Знаем. И вот тут как бы... Ой, хороший там камень-то какой. Не, будем с тобой пока вот так вот настреливать. Оп, минус. Блин, вот сейчас с этим надо поаккуратнее, ребят. Оп, сердечко. Души. Довольно... Вот эти вообще забавные слезы. Офигеть. Ну, душно. Как-то, да. Все, отлично. Плюс черное сердце создает 2-3 бомбы, создает спичку. Брелок. Спасибо. Это вы вообще красавчики. Так, что ты думаешь? Больше бомб удаляет клеща. А, сходить к сатане или пофигу, ребят? В принципе, по дамагу нормально. ХП я очень боюсь, поэтому давай-ка в комнату ангела. Если что, третья у нас комната. Ля, ну что ты делаешь, мама?
делает там что-то. Curse of Darkness. Угу. Так, ну давай-ка приготовимся. Сначала попьем, братишка. Капец, сколько у него слез-то, а? О, ребята, вам не повезло. Это единственное, что вы можете делать. Это пердеть, конечно. Единственное. Так, спускаемся вниз. А, понятно, что ты создаешь. Ну, такого я, конечно, еще не видел. Засранца-то, блин. Ну, в плане, уже видел, но... Но не видел, типа, такого засранца, который создает каких-то вот таких вот мушек. Блин, что я сказал? Что я сказал, блин? Ай! Ай, больно в ноге. Тихо-тихо-тихо-тихо, спиральки. Так, отличненько, ребятки. Ну-ка, там записывается. Да, друзья, там записывается. Так. Ага. Тихо-тихо-тихо. Минус черное сердце. Здесь ничего. Так, ну вот это уже хорошо. Гнилой помидор. Шанс выстрелить слезами, которые отмечают врагов. Отмеченные враги атакуются другими врагами. Ха-ха! Типа помидоры. Изгнанник. Воу. Вот он, помидорчик. Не, шанс хороший, ребята. Сердечко, если что, у нас тут есть, но мы с тобой не забыл. Сраные грибы. Ну давай, чем-то мне там... Амнезия. Карта все равно показана, как бы. Ладно. Хорошо. Не знаю, с чем это связано. Видимо, из-за челленджа как-то тут все это зависит, ребят. Огневые помидорчики. Опа, HP up. Ух, это шикарно. Еще меньше скорости. Еще, ребят, меньше скорости. Но зато у нас ХП. А это очень важно. Так, ребята. Главное близко не стоять, когда они там взорвутся. Есть. Так, еще сердце. Бомба. А, ребят, мы еще внизу... Слушай, шанс 33%. Давай-ка мы сначала зачистим. Давай зачистим, я хочу зачистить. Ля! Пип! Знаю такого. Так, ну нормально, слушай. Хорошо, блин, идет, а? Так вот. Глаза-то его. Хвозочки. Блин. Блин, еще жижа его мешает. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. В принципе, тут легко с ним разобраться, просто надо. Есть. Плюс один здоровый. Да ладно, ребят, вы прям вот то, что мне нужно. То, что мне нужно. Офигеть, капец, Казик. На кого ты стал похож? А, погоди, а... Блин, нету. Такой большой хороший шанс был. Ну почему? А чему? Я не понимаю. Так, вниз давай. Костер. Чем я их уничтожаю? Я все равно туда не смогу попасть. У нас вообще никакой активки. Как так? Ну-ка давай атакуй. Они и вправду атакуют. Слушай, забавно. Забавно это все. Блин, прикольно, они друг с другом сражаются. Ребята, интересно. Так, ну мне нужно ХП. Давай-ка сейчас направо пойдем. Быстренько подберем. А, не. Да сколько у меня там жизни? Что-то я вообще, ребят, с толку сбился. Ну, это хорошо, ребят.
Чем лучше, тем... Чем лучше, тем лучше. Ой, блин. Так, спускаемся, давай. Только четвертый этаж. Офигеть. Ну хорошо, это мне нравится. 67%. Но другой разговор. Но урона не получить много. Говатенько. Ух, ну как вот мне от этого уворачиваться, блин? Как-то, видимо. Конечно. Так, 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 так. Что-то там упало. О, нормально, это вообще хорошо. Игра нас любит. Вот я говорю, ребят. Повезло, повезло, повезло. Дает черное сердце, если осталось... Исчезает после трех использований. Обезьянья лапка. Она типа... Блин, я в Симпсонах видел такой артефакт. Серьезно, я видел. Блин, артефакт. Блин. Короче, она вот так вот пальцы заебает. И всего три раза, да? Ага. Ой, тихо, чуть клеща не забрал. Я бы его в пик отцепил. Ребят. Не, вот этот нам не нужен. Прям вообще. Так, мушиная орда. Так, ребята, вы там что-то... Ну-ка, давайте-ка. Все-все-все, грибы лучше не топтать нам. Сердечко, сердечечко, не надо. Блин, аккуратнее, братишечка. Шанс стрелять огнем, который блокирует выстрелы противника и наносит урон при контакте. Максимальный урон в 4 раза больше вашего урона. О-о-о. Так, а чем? Ну-ка, погоди, огнем? Как это будет выглядеть вообще? Хлопень у него там, охренеть. О-о-о. Офигеть. А больно будет? Не надо проверять, не надо, бро. Вот не надо. Я чувствую, что не нужно этого делать. Забей, все круто. Вот огонь. Огонь, больно? А? Больно, ребят? Вот для этого челленджа огонь это просто супер, ребята. Серьезно, что посвящать это все? Вау, ну это сейчас такая просто дикая имба. Просто, ребят, фобия, фобия, ребята, фобия. Боюсь, записывайте или не записывается. Так, о, нормально вот там. Ну, черное сердце минус. Определенно. О! Синее сердце плюс. Я тут уже по таким камням даже не ориентируюсь. Сложные какие-то. Так. Идем дальше. Опять червигову. Ну вот огонь! Прям давай, давай! Туды, туды, туды давай! О, молодец, молодец, братишка! Чуть-чуть, чуть-чуть вот ты... Да, вот так вот. Капец, сколько огня! А у нас удача всего... Один. Один. Ну ладно. Блин, я не могу пройти уж сам. Говнюки, говнюки. Очень быстро. Такая большая комната. Ты... Блин. Ладно, хорошо. Ключик нам дали за это. Что мы так вот потерпели. Ну как вам? Ребята, неплохо, да? 67%. Блин, надо побыстрее, побыстрее, ребят. Давай, 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 Вася. Хорошо. Да сколько тут еще-то, блин. Комнат. Оу. Так, этот камень мы не трогаем. О, все. Наконец-то, ребята. Еще и этот у нас тут. Чисто огонь. Так, ждем, пока погасит. Я не знаю, честно, ребят. Может быть и...
не наносит урон нам ничего, но... Не хочу проверять. Прикинь, как мы сейчас босса будем валить. Просто вот так. Мега-мау. Так, ну, братишка, давай. Воу. Огонь, 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 огонь. Ох ты, нет, 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 не ты огонь, я огонь. Поджарили только, ему плюс делали. Чибрики с огнем, это капец. Ну стреляй ты, ёкарный бабай. Ура! Все, комната ангела, плюс один к здоровью, лечит одно сердце. Офигеть, сколько у нас там хп. Сейчас еще плюс к здоровью. О, тихо, 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 тихо. Большой круг света, наносящий урон. Шанс отразить вражеский снаряд. Ого. Интересно. Оу. Оу. Ты имба. Офигеть. Просто офигеть. Ну все. Супер. Просто вот. Сейчас мы с тобой пройдем. Сейчас мы с тобой пройдем спокойненько. Ля, мне этот челлендж прям очень нравится. Давай, да, давай, наноси, наноси. Блин, маски, шоу. Да какого хрена? Черт. Слушай, это вообще... Какая тема дурацкая, смотри. Эти маски, блин. Сердцами. А, понятненько. Да, не наносит урон нам. Это хорошо. Блин, они как бы это. Ух, самонаводкой. Превращать все красные сундуки. Не-не-не, не берем. Не берем мы с тобой. Не нужно. Так, это же вот так вот могу сделать. Вы серьезно, что ли? Было близко. Опа, телепортирует в магазин, если он есть на уровне. Его нет на уровне, офигеть, прикинь. То есть в челленджах нету магазина. Ага. Ладно, будем знать. По крайней мере, в этом челлендже. Раздавить бы тебе, блин, засранец какой. Так, кусачью комнату не иду. Капец, капец, сколько у нас там хп. Ребят. Испытание. Испытание, испытание, не идем. Не, нафиг мне это надо. Какую красоту. Ох, черт. Большая комната и так мало противников. Зато бывает такое нам дают. Да вы чё, блин, прикалываетесь, что ли? Реально? Не, игра просто вот говорит нам: давай, давай, братишка, уже пройди это и все. Какахи. Друг другом должны сражаться. Давайте. Ну конечно, такая хрень. Я офигеваю. Плюс еще один здоровье. Прикинь. Скорострельность, дальность. Офигеть. Я даже жалею то, что у нас всего... О, мама. Ребят, я даже жалею то, что у нас всего так мало... Все. Этажей.
Всего 6, прикинь. Там 8 бы точно мы на изи бы прошли. Так, это костер. Ага, понятно, это я его поджег обратно. Так, ладно. Выглядит, конечно, капец, ужасающе. Вот это все. Но ничего, не сдаемся, ребята. Давай-давай, помидоры кидай. Блин, в огонь я там вступил. Тебя, блин, еще не задевает. А тут, возможно, еще сердечки. Ребят, спокойно может быть все. Или нет? Опа, этот, по-моему, может нас... Да ладно, ничего нету. Жалко. Вы стрелять, да, будете, по-моему. Пойду-ка я от вас. Комната, конечно, интересная. Так. Все. Создает одну бомбу, один ключ, одно сердце. А вот ты... Блин, вот это самое просто нелюбимое. Смотри, какая фигня. А чё они стоят? Я не знаю, почему-то они стояли так долго. Капец. Нормально. Мне это устраивает определенно. Ну, идем боссу. The Blood. Даже не туда стрелял. Ох, нифига ты. Дядька. Блин, ни хрена себе он стреляет. Нам надо как-то, ребят, его... Я понял. Да блин, еще кровавой луже подходить этой. Ну, как бы лучше не сдыхать. Определенно. Да сколько ты у меня хп-то сожрал? Засранец. Забираю. Курона, высота слезы. Что тут, ребята? Ничего. Так, насчет хп, ребята. Давайте вернемся, посмотрим. А, все, не, у меня нормально. Ладно. Все, идем дальше. Хорошо. Хороший урон прям. Все, последний уровень. Давай, все будет... Я это не видел, ребята. Это видели? Я это не видел. Это капец. А что тут происходит? Ребята! Что за тусы? Угу, понял. Пауки создаются от этой фигни. Так, последний все-таки осталось, да? Толпимся. Расходимся. Так. Ах ты говно какое, а? Тебя так не хватало. Ха-ха-ха-ха. Молодцы. Так. Вот видишь, что-то хорошее есть все-таки, ребят. А, как не его. Ну, как. Так, хп мне уже необходимы, правда. Давай, я просто, ребят, если честно, устал, прям устал. Надо уже заканчивать. Давай, да блин, да сколько вы можете у меня хп-то отбирать, ребятки? Ух, ты маленький, хорошенький какой. Ребят, я просто под конец, знаешь, как бы это, все, расслабился, имбу собрал. Все, можно вроде как бы расслабиться, но по факту нифига.
Ладно, пожалуйста, пусть будут сердечки или что-то такое. Не то вы мне даете. Не то. 9 бомб у меня. Мне нужны прям хп. ХПшечки, ХПшечки. Ага, не все так легко. Нормально. О, неплохо. Вот это уже мне нравится. Определенно. О, можно было бы еще побольше бы мне дать. Конечно. Ох, нам повезло. Тут магазина-то нету в челлендже, конечно. Но посмотри, что мы нашли. Аркада, прикинь. Смотри, какой он довольный. Сплющенный. Жмык. Так, что, я могу заходить? Да, могу. Так, ну давай. Фига такая О, вот ты... Ты серьезно? Ты серьезно? Ты... Удача у меня один. Ты типа должен мне дать обязательно. 100%. Братишка. Слушай, ты че? Жулик, не воруй! Типа хорош! Блин, прикинь, придется убегать еще иногда. Я не понял, ты мне дашь выиграть сегодня или что? Спасибо. Ты понимаешь, если я сейчас не выиграю сердечки, я тебя взорву. Так, ему надо побольше угрожать, походу, ребята. Ребята, угрожаем! Так, сердечки давай. Давай, сейчас взорву. Ну ты... Ладно, последний раз, если, блин, ты меня сейчас обманешь. Молодец, какой ты молодец. Чё этот не взорвался? Да я не хотел играть-то, блин. Ну это понятное дело. Обманул все-таки. Так, тут не обманул. Он прям бомбами, видишь, специально меня задаривает. Короче, мы сейчас прям молодцы. О, мама. Ну, сейчас мы встретимся, погоди. Мам, тебе так не терпится. Две даже руки. Дает она нам. Ну все, там босс, я так понимаю. А, блин, я про это вообще уже забыл, ребята. Я уже забыл. Типа, мне и не нужно ничего. Лечит половину сердца каждые 13 убийств врагов. Ну ты, блин, молодца просто. Оу, май. Отлично. Хорошо. Определенно хорошо. Все, я готов. По идее, я готов уже к встрече. Оп, вытолкну. Прекрасно. Так, не, пилюли я сейчас уже что-то не хочу подбирать. Там дорожка, как будто вот специально комната, секретка. Секретка, комнатка. А это тоже хорошо, если вдруг загнемся. Ну все. Погнали уничтожать. Все, хорошо. Неплохой урон. Не, ну это и правда имба. Слишком... Мы сейчас еще лечиться будем. Ага. Не знаю, я вот так еще сделаю. Все. К дальности увеличивает размер. Охренеть. Вот это было бы круто, но нет. Ладно, ребят, все, я так понимаю, да? Получено достижение. Ура! Мы получили с тобой руну. Ну что же, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилась серия. Бай-бай, дорогие братья.